Добрый день, друзья, гости, подписчики канала Агроземледелие. Друзья, я вчера в видео показал вот такую свою крыльчатку, достал. У меня есть турбина, есть вот такой вот двигатель, который я в видео показывал, она идеально подходит. Сейчас мне надо сделать кожух на эту турбину, чтобы дул воздух. Ну, вот примерно так я выпилял с металла. И сейчас буду проектировать, наверное, размечу и буду под мотор выбирать сначала под это посадочное место. Подкрепление выберу. А потом уже будем полосу обваривать кожух на кожух. И сверху крышка. В общем, будем делать все, что буду делать, я вам покажу. Так, друзья, разметил я, плохо видно, но я думаю, вы смысл поймете. Вот я диаметр крыльчатки 180 миллиметров. Вот я взял на штангеле 90, ну, примерно начертил 180, обвел. И вот таким вот макаром вычислили мы середину. Вот так вот. Вот так. Сейчас мы ее накерним и просверлим. Середина вот она. Сейчас накерню и просверлю. В общем, вот так вот болгарочкой выпиляли, сейчас молоточком выбью и буду гравером дорабатывать. Так, продолжаем наши работы с помощью вот этого нехитрого гравера. Значит, удалось нам доработать вот это отверстие. Все, сейчас здесь приварим ушки для крепления. И будем приваривать для турбины. В общем, работаем. Так, сейчас буду, друзья, сюда кожух делать. Отпилил. Здесь зачистил. Отпилил. Сейчас почищу и буду сгинать ее, улитку. И потом буду приваривать. В общем, как-то так. Сегодня еще хотел резинки под кузов поставить. С завтрашнего дня дожди обещают. Снова на 3 дня, друзья. Он в тучах марится. Вот вы спросите, почему мы не сеем? Ну, а как сеять? Ну, куда? О, кстати, Димон, глянь, видишь, он это, клей отпал. На тракторе он, крыша. Ну, что-то будем, значит, по новой клеить. Ну, в общем, как-то так, друзья. Занимаемся. Так, вырисовывается вот такая у нас улиточка. Сейчас внутри проварю. И будем вторую вот такую часть искать на болтике, чтобы собиралась. В общем, сейчас будем что-то думать. Так, выпилял я такую крышку. Вот она, сейчас разметил. Вот так она будет. Крепление, наверное, я снаружи здесь на 3 поставлю, чтобы можно было ее разобрать. Ну, там посмотрим. Крепление это уже 5-е, 10-е. Сейчас нам самое главное от эту сделать. И будем собирать. Так, дело ближется к завершению, друзья. Решил вот таким путем пойти. Это будет крышка. Сейчас ее съемную делаю просто на замочках. Сделаю. Не буду я ничего тут химичить. Почему так долго? Да потому что пришлось с турбиной не туда. Она здесь была, вращалась. То есть
неправильно от эту кожу сделал. Теперь надо это вращение. Ой, промучился. Двигатель, проводку перепаивал. Теперь сейчас мы вот так вот поставим. Ну и завтра обварим от эту часть. Сегодня уже поздно. Сделаем крепление туда, ну и само собой покрасим. В общем так, и сделаем выход под соточку. Под вот эту вот трубу. Все, друзья, на этом заканчиваю видео. Завтра продолжим. Так, улитка, день второй. У нас дождь идет. Шумит. Так, друзья, значит, только что я закончил варить этот шов. Сейчас я его обделаю, ну, вернее, зачищу. Поэтому съемная. Вот ограничители. Сейчас мы это все обработаем. Вот они. Три ограничителя. Ну, вот так вот открутил. Снял крышку и разобрал. Сейчас мы от этого все позачищаем, пообрабатываем, чтобы от этих косяков не было. И надо будет сюда соточку, трубу, выход варить. Ну, естественно, все само собой покрасить. Ну, в общем, как-то так. Дождь идет. Ой, блин, дождь, когда сеять? На завтра вообще ливень стоит. Все, работаем дальше. Так, сейчас вот эти вот убираем. Это уже насадка кольцевая будет. И будем обваривать. В принципе, нормально все получается. Сейчас будем, как перед тем, как обваривать, я покажу все. Так, друзья, от этого сейчас варю. А у меня кончилась проволока. Положил сварочник, меняю проволоку, вот такую ставлю, перешел на эту проволоку, обалденная проволока арго, варишь одно удовольствие. Сейчас распечатаю и буду ставить. Так, друзья, ну вот это вот самодельное устройство у нас такое получилось. Отлично. Двигатель специально 1500 поставил. Хватает мощности. Я думаю, хватит. Если не хватит, убираю крышку. Прям, слышно, почти в два раза добавляется. Ну, сейчас осталось только покрасить. Сейчас Димка покрасит. И все. И у нас турбина готова. Куда хочешь. Хочешь, на кузню ее стал. Горно есть у меня. Хочешь, на эту веялку, на семечку. В общем, сейчас будем красить. Финальный этап. Так сильно не запрыскиваю. Турбина красная будет. Я переворачиваю баллончик, чтобы выдуть. Вот от этого. Хорош. Вот такая турбинка самодельная. Творение наше. Все, друзья, на этом завершаем видео. Всем пока. Проект завершен.